С 22 июня авиакомпания «Руслайн» по инициативе Юрия Бездудного приступит к выполнению регулярных рейсов из Нарьян-Мара в Краснодар. О нововведении речь шла на рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа с заместителем генерального директора по внешним связям авиакомпании «Руслайн» Натальей Кашевар. В начале встречи временно исполняющий обязанности губернатора НАО поблагодарил руководство авиакомпании за помощь округу в период пандемии. Доставку в регион средств индивидуальной защиты и медикаментов регулярными рейсами перевозчика. Юрий Бездудный также добавил, что регион постепенно выходит из изоляции. За границей сейчас закрыто, и мы исходим из того, что на сегодняшний день традиционными местами отдыха для жителей России будут Крым и Краснодарский край. Даже в большей степени все-таки Краснодарский край. Мы бы хотели просить вас рассмотреть возможность запустить прямой рейс, поскольку те стыковочные рейсы, которые сегодня прорабатываются, они требуют ожидания там 15, зачастую даже 16 часов стыковок в Москве, в Санкт-Петербурге. И это тоже подвергает наших жителей опасности заразиться в аэропорту инфекцией. В свою очередь Наталья Кашевар отметила, что авиаперевозчик оказывает социальную помощь региону и будет продолжать это делать. Что касается летней программы, конечно, планы у нас были достаточно большие. Мы думали и о прямых перелетах в Крым, и в Краснодарский край, и даже, возможно, Минеральные воды. Но, к сожалению, та ситуация, которая сложилась в настоящий момент, в последние несколько месяцев, она, конечно, внесла коррективы в наши планы. Но, тем не менее, я хочу сказать о том, что из тех направлений, которые были вами предложены, я думаю, что мы поддержим, безусловно, регион, и это будет Краснодар, поскольку, на мой взгляд, это самый город, вокруг которого сосредоточено наибольшее количество здравниц, наибольшее количество курортов, да, и у жителей региона будет достаточно обширная возможность посещать Краснодарский край и его окрестности для лечения, для того, чтобы отправить детей на летний отдых. Она также добавила, что продажа билетов по южному направлению уже стартовала. Регулярные рейсы по маршруту Нарьян-Мар-Краснодар будут осуществляться с 22 июня с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Краснодара можно будет вылететь в Нарьян-Мар по вторникам и субботам. Общее время в пути будет составлять чуть более 5 часов. Стоимость авиабилета от 9900 рублей. Полеты запланированы до 23 октября. Приобрести билеты можно на сайте компании и в кассах агентств. Ирина Никешина, Владислав Носкин, телеканал «Север».